В Новомихайловском прошел Всероссийский фестиваль-конкурс «Южная волна». Его организатор – муниципальное казенное учреждение «Культура Новомихайловского городского поселения Туапсинского района». Участники боролись за гран-при в разных номинациях творческого конкурса. Настя Быч побывала на фестивале. И вы будете блистать на лучших площадках нашей необъятной страны. Фестиваль «Южная волна» проходит в Новомихайловском второй раз. В этом году на берег Черного моря приехало около 150 участников. Коллективы вместе со своими руководителями борются за гран-при фестиваля в двух номинациях – хореография и вокал. Оценивают творческие команды заслуженные артисты России, преподаватели высшей категории, хореографы. Выступать перед таким жюри особенно престижно. И сегодня мы видим, Туапсинский район собрался на Михайловке. И я желаю всем хорошей, успешной борьбы за первые места. Та комиссия, которая будет оценивать, это профессионалы. Они видят профессиональным взглядом наших детей. И многие, я думаю, многое будущее наших детей зависит от этих вот таких вот результатов, таких фестивалей. Свое мастерство показывают ребята из коллектива «Кавказ». Танцем делятся культурой своего народа. Эти юные таланты не раз выступали на таких престижных конкурсах. Многие из ребят с самого детства занимаются в ансамбле. Я выбрала эти танцы, потому что я по нации сама тагильца. Я хочу научиться танцевать, ну, сохранить традицию своего народа. Соревнуются участники разных возрастов. В фестивале могут участвовать даже взрослые. Показать себя – главная задача конкурса. После таких фестивалей участникам открываются новые творческие дороги. Ну, нас иногда зовут просто потанцевать, а иногда мы ездим на конкурсы, чтобы потанцевать и занимать кубки, медали, грамоты. Фестиваль завершается награждением. Участники получают лауреатов первой, второй и третьей степени. В номинации «Вокал» гран-при достается Дигуага Гита за фольклорную грузинскую песню. А в номинации «Хореография» главный приз забирает ансамбль эстрадно-современного танца «Санрайз». «Южная волна» вновь пройдет в следующем году. Поселок Новомихайловский ждет новых юных талантов на Черноморском побережье. Настя Быч, Алексей Кузьмин, Александр Баранов, телеканал «Орленок ТВ».